В рамках турнира кикбоксеры из 42 клубов от Камчатки до Новороссийска боролись в двух дисциплинах – лайт-контакт и фулл-контакт. Нефтекамск представляли воспитанники и тренеры детско-юношеской спортивной школы управления образования, спортивного клуба «Ягуар» и центра «Винет». Наши спортсмены показали достойные результаты. В разделе «Лайт-контакт» отличились воспитанники «Винеда», заняв все ступени пьедестала почета. Первое место досталось девушке Алине Сагиловой, которая стала лучшей в весовой категории 52 килограмма. В дисциплине «Фулл-контакт» среди спортсменов 2000 и 2001 годов рождения в своих весовых категориях верхнюю ступень пьедестала заняли воспитанники спортивного клуба «Ягуар» и детско-юношеской спортивной школы управления образованием. В весовой категории 54 килограмма победителем стал Валерий Александров, а в весе 45 килограммов – Руслан Гайсин. Юные спортсмены и тренеры выражают благодарность казачьей охране «Ягуар» за оказанное внимание и помощь в организации поездки.